Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для топа. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 14 петель на 8 рядов. Для примера я набрала 30 воздушных петель. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема плюс 4 петли по рисунку. Я набрала 7 воздушных петель. Отсчитываем назад 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в 8-ю петлю и провязываем столбик с двойным накидом. Это и есть начало первого ряда. Двойной накид на крючок. Пропускаем 5 петель внизу. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в 6-ю и провязываем столбик с двойным накидом. Провязала 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Заходим в следующую петлю после столбика с двойным накидом и провязываем 7 столбиков с накидом в каждую петлю воздушной цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала 4 воздушные петли. Теперь все повторяем, что делали в начале. Делаем двойной накид на крючок, заходим в следующую петлю и провязываем столбик с двойным накидом. Делаем двойной накид на крючок, пропускаем 5 петель внизу, заходим в 6-ю, 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем столбик с двойным накидом. Четыре воздушные петли. Заходим в следующую петлю после столбика с двойным накидом и провязываем 8 столбиков с накидом. В конце ряда у нас 8 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8. Я связала первый ряд. Начало второго ряда. 3 воздушные петли подъема, которые в свою очередь нам заменяют 8 столбик с накидом. Поворачиваем работу и вяжем 7 столбиков с накидом, столбик предыдущего ряда. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и провязываем 7 столбиков с накидом. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Провязали. Набираем 8 воздушных петель.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Пропускаем элемент с двойными столбиками, заходим в следующую группу из 7 столбиков и провязываем 7 столбиков с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала. Набираем 8 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. В конце ряда находим третью петлю подъема и провязываем столбик с накидом. 1. Я связала второй ряд. Начало третьего ряда. 3 воздушные петли подъема плюс 4 петли по рисунку. Поворачиваем работу. У нас есть арочка и предыдущий элемент. Мы заходим в то место, где у нас встречаются 2 столбика с двойным накидом. И в него, в это место, провязываем столбик без накида. Тем самым мы соединили наши воздушные петли. 4 воздушные петли. 3, 4. Провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала. 4 воздушные петли. Заходим в то место, где у нас встречаются 2 столбика с двойным накидом. Вот сюда. И в него провязываем столбик без накида. В это место. Провязали. 4 воздушные петли. И в конце ряда, мы помним, мы провязываем 8 столбиков с накидом. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7 и в первую петлю подъема 8. Я связала третий ряд. Начало четвертого ряда. 3 воздушные петли подъема, которые нам в свою очередь заменяют столбик с накидом. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и провязываем 7 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и из него вывязываем столбик с двойным накидом. 1. 5 воздушных петель. Делаем двойной накид на крючок. Возвращаемся в этот же столбик без накида предыдущего ряда и провязываем в него столбик с двойным накидом. Провязала. У нас есть группа из 7 столбиков с накидом. Мы провязываем 7 столбиков с накидом, столбик, столбик предыдущего ряда. 2, 3, 4, 5,
6, 7, провязала. И вот он у нас получился паучок. Двойной накид на крючок. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Вывязываем столбик с двойным накидом. 5 воздушных петель. Двойной накид на крючок. Заходим в этот же столбик без накида и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. В конце ряда в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Я связала четвертый ряд. Начало пятого ряда. 3 воздушные петли подъема, которые в свою очередь нам заменяют столбик с накидом. Поворачиваем работу. Заходим в столбик с двойным накидом и провязываем столбик с накидом. 1. Заходим в арочку. Нам надо провязать 7 столбиков с накидом. У нас по одному столбику в столбике с двойным накидом предыдущего ряда, а в арочку мы провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. И последний, 7-й, мы провязываем столбик с двойным накидом предыдущего ряда. Провязала 4 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в первый столбик в группе 7 столбиков. И из него, из этого столбика, вывязываем столбик с двойным накидом. Провязала. Двойной накид на крючок. Заходим в 7-й столбик в группе из 7 столбиков и провязываем столбик с двойным накидом. Провязала. 4 воздушные петли. И повторяем. Мы заходим в столбик с двойным накидом, провязываем столбик с одним накидом. Заходим в арочку, провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в столбик с двойным накидом и провязываем 7-й столбик. Провязала. Здесь повторяем то же самое, что мы делали над группой столбиков предыдущего ряда. А это 4 воздушные петли, двойной накид на крючок. Заходим в первый столбик, вывязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в 7-й столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Провязала. 4 воздушные петли. И заходим в первую петлю подъема и провязываем столбик с накидом. Я связала 5-й ряд. Начало 6-го ряда. 3 воздушные петли подъема. Плюс 7 петель по рисунку воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем работу. Пропускаем паучок и заходим в группу из 7 столбиков. И провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Провязали. Набираем 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем паучок и заходим в группу из столбиков и провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. И в конце ряда в первую петлю подъема провязываем 8 столбик. Я связала 6 ряд. Начало 7 ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Вяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала 4 воздушные петли. Заходим в паучок, то место, где встречаются 2 столбика с двойным накидом. И в это место, в эту петлю провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим в следующую группу 7 столбиков и провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала. И теперь повторяем то, что делали в предыдущем элементе. 4 воздушные петли. Заходим в то место, где у нас встречаются 2 столбика с двойным накидом. И провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. И в третью петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Я связала 7 ряд. Начало 8 ряда. 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем работу. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с двойным накидом. 5 воздушных петель. Двойной накид на крючок. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с двойным накидом. У нас получился паучок. Провязываем 7 столбиков с накидом. Столбик предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязала. Двойной накид на крючок. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Провязываем столбик с двойным накидом. 5 воздушных петель. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Из него провязываем столбик с двойным накидом. Провязываем 7 столбиков с накидом. Столбик предыдущего ряда. 3, 4, 5, 6, 7. И 8 столбик в первую петлю подъема. Я связала 8 ряд. Это и есть раппорт узора. Начало 9 ряда. 3 воздушные петли подъема плюс 4 петли по рисунку. Мы уже так делали. Переворачиваем работу. Делаем двойной накид на крючок. Заходим во второй столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали. Это и есть начало 9 ряда.
двойной накид на крючок. Заходим в седьмой столбик и провязываем столбик с двойным накидом. Провязали 4 воздушные петли. Заходим в столбик с двойным накидом, провязываем столбик с накидом. Заходим в арочку, провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в столбик с двойным накидом, провязываем 7 столбик с накидом. Провязала 4 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в первый столбик. Провязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в 7 столбик. Провязываем столбик с двойным накидом. 4 воздушные. Заходим в столбик с двойным накидом. Провязываем столбик с накидом. 5 столбиков с накидом в арочку. 2, 3, 4, 5 и 7 столбик, столбик с двойным накидом предыдущего ряда. Провязали 8 столбик в первую петлю подъема. Я связала 9 ряд. Начало 10 ряда, 3 воздушные петли подъема, переворачиваем работу и вяжем по схеме. Это изнаночная сторона узора, а это лицевая сторона узора. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модельки, которую можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!